Всем привет, ребята, на канале Катер Рынок, с вами я, Катя. Сегодня мы поиграем с вами в ресторан Тусон. Мне очень понравилась эта игра, поэтому я решила в нее поиграть. Как видите, тут у меня повар. Нажимаем ресторан, открываем его. Так, все, с вами ресторан нравится. И к нам пришли уже a table for four, please. Садитесь. И давайте сразу наймем себе официанта, потому что в прошлой серии мы не наняли, это будет девочка. Обычно официантки работают, у нас будет все красиво. Повар мальчик, официантка девочка, будем все красивенько, аккуратненько, все. Она сейчас примет у них заказ, тут такой столик для двоих, вот такой вот. Давайте мы его сейчас немножечко перестроим. Ремов. Раз. Стор. И теперь нажмем build и поставим, нет, не кресло, поставим, значит, вот тут, вот тут, прям где окошко. Я думаю, людям очень понравится, потому что вот возле окошка можно там в окошко посмотреть, да, и покушать в итальянском моем ресторанчике, вот так вот. Она уже приняла две пары людей, вот, как вы видите, ходит. А мы пока сходим в Икею и посмотрим. Конечно, бы хотела вот сделать, нажать ресторан, апгрейд тусон и поапгрейдить хотя бы немножко свой тусон, но денег это стоит много, а у нас столько нет. Поэтому нам нужны, наверное, столики. Столики нам нужны больше, чем уверенно. Наверное, будем брать большие столики. Сейчас, единственное, давай посмотрим, какие у нас там столики. Магия не монтажа. Вот вдвоем пришли. А вот такие вот столики, значит, такие сейчас возьмем. Так, поехали, возьмем такие столики. Берем, да, такие простенькие столики. Будем брать, мне кажется. 30 баксов за столик. Ну, ладно. Если перевести на наши деньги, 30, к примеру, курс 30, да, вот. Это 900 гривен, 1600 рублями. Ой, 1800 рублями, то есть это за стол достаточно дорого. Ну, ладно. Вот там у нас были такие стульчики. Давайте купим такие удобные стульчики, мне кажется. Они очень удобные, потратим последние деньги. Нечем будет платить официантам, поварам. Но я надеюсь, нам уже вот эти вот господины денежки дадут. Новенькие. А мы пока что будем строить удобные столики. То есть удобные столики с удобными стульчиками. Давайте поставим его где-нибудь. Вот тут, мне кажется. И пока что стульчики поставим тут. У нас пока что их два, мы поставим их тут. А тут будет столик раз, два, либо для раз, два, либо для четверых, либо еще сюда можно стульчик и сюда. То есть для шестерых, либо же для пятерых еще можно. Но пока для двоих. А, так, так, всем все нравится. А тут повар готовит пока что. Наверное, повара одного мало. Тут у него еще там кукинг написано. О, деньги уже дали. Вау, смотрите, уже есть чем платить. Давайте уже дождемся, потому что официантка не забирает за моими людьми деньги. Пришли уже новые. Вот. А за этот столик кто-нибудь будет садиться? Никто пока не хочет. Ладно, ждем денежек. О, денежки, опа. Ну, просто нужно, наверное, с полными. Сейчас поможем официантке карманами идти в магазинчик. Берем тарелки, официантка не успевает. Куда ты пошла? Я уже за тобой все убрал. Берем итальян салат одному. О, a table for four, please. У нас есть a table for four? Есть. Дай нам еще денежек. И, наверное, пойдемте в Икею. Так, ТП. Сходим. Тут, кстати, тоже кучу всего. Такие вот тоже классные. Ну, блин, 25 баксов, а за это 35. 30. Ну, блин, как-то, мне кажется, очень дорого. Прям удобный стулья. Один. Два. Давайте пока купим 4, пока пятый не будем трогать, потому что у нас еще и денег нет. Если были деньги, то может быть еще что-то. О, смотрите, пришли. Но пусть они садятся вдвоем, но мы все же поставим тут раз. Они как-то сели, ну ладно. Вот так вот поставим. Все, у нас больше ничего нет ставить. Пиццу хотят люди.
И давайте сейчас, по идее, эти и эти должны нам дать деньги. Эти быстрее пришли, нам эти должны сейчас дать денежки. Где деньги? Повар, ты тут успеваешь, возьмем пиццу, поможем нашей официантке. Хотя смысл ей помогать, мы ей сколько там мы ей платим? Воркерс. Можем левел даже повышать. $4 мы платим за 2 минуты и официанту, и повару вместе. Ну, деньги это... Если перевести на наши деньги, опять же, давайте этих посадим на столик. Если перевести на наши деньги, то это все равно получается мало, мне кажется. Но если за 2 минуты, то много. А, 2 минуты, тогда будет много. А, и клика тейбл запустился. Так. Ну когда же денежки дадут? Когда же? Наш повар, по-моему, не успевает. Надо пойти, наверное, за новой плитой. Либо же повысить уровень повара, но я думаю, мы не будем так делать. Наш повар просто не успевает. Не успевает. Пойдемте, я вам покажу, какую я хочу плиту. Точнее, не хочу, а уже присмотрела. Это обычные плиты, а я вам покажу, какие там есть хорошенькие, красивенькие плиты, вот прям вообще, которые я уже в прошлом выпуске, по-моему, присмотрела. И, кстати, вот такой вот граммофончик тоже хочется, ну, 30 баксов, не знаю, ну, чтобы не как в столовке был звук, знаете, такие, как ложками шутят. Вот такой вот я хочу набор, даже вот гриль, либо же печка, это стоит 150, мне кажется, здесь можно два повара поставить как вариант, да? Поэтому давайте накопим деньги и, наверное, купим. И еще давайте нажмем вот так Тусон, затем Икея, вот так вот. И вот тут вот есть обычные печки, да, вот сравните, 150, где, то есть, смотрите, 150 можно двоих поставить, да, а тут, ну, я не знаю, вот тут такого смысла нет покупать, она какая-то страшная, я думаю, на нее надо будет медленно готовить. Ну, это 50, это 100. Но если покупать, то за 75, либо за 100. Так получается, мы там сэкономим. Мы там 3 повара найдем. Плюс это, да? Раз, два. Угу. Пока 87 денежек, пока нам не хватает вообще. Ладно, ждем. Нам нужно 150, да? И на граммофончик. Но не граммофончик, а тот, который музыку увеличит. Тут кто-то что-то написал. Ясно. Так, ну вот этот вот ресторанчик, мне кажется, очень классный. Смотрите, тут даже табличка такая стоит. Она, по-моему, везде есть. Только у меня ее нет. Ладно, смотрите. Ничего. Ой, хорошо кататься. Ай, не хочу кататься, не надо. Угу. Меню, тут есть меню, даже есть. У меня есть меню, по-моему, должно быть. Шарики тут. Но я думаю, этот ресторан получает, пусть не идеальную прибыль, но и прибыль, я думаю, получает хорошую. У него сервис плохой, дизайн так себе. Но дизайн у него реально не проработан. Но ничего не говорю, что у меня еще хуже, но я вообще просто говорю. Меню на троечку. У меня сервис вообще идеальный, посмотрите. И интерьер только у меня плохой. А к нам еще... А, она решила взять посадить. К нам же еще нужны люди. Надо на максимум загружать ресторан. Сюда в краешек еще можно поставить какую-нибудь гриляшку или что-то еще. Вроде этого. Наш повар усач не мастер. Он так медленно готовит. А я и эти выходят. Так, все, нам еще нужно, получается, нам нужно еще 11 баксов и все. Ну давайте, удивите нас, дайте нам эти 11 баксов. A table for four, please. Yeah. И, кстати, я хотела выложить видео про Майнкрафт, я снимала, но там не записался звук. Не записался звук, я с этим делом очень, как бы, много... дело, и Roblox я хотела записать, уже третий раз записываю, потому что не то, что не записался звук, но у меня что-то там проблемы были постоянные, то это самое, то какие-то ошибки выскакивают, то в Roblox интернет там, в общем, пришла пара, в общем, вот так вот, поэтому перезаписываю. Мне нужно еще немножко, 5 плюс 15 баксов еще нужно. Мне же платить еще людям, правильно?
Ну дайте, ну пожалуйста, ну заплатите. Официант вообще что-то медленно работает, вот эти сейчас должны дать деньги. И как-то официант меня разочаровала, но она вообще медленно очень работает. Официантка, $21 дали, все, мы идем в магазин сразу ТП. И покупаем на почти все деньги, у нас 6 останется баксов. Нам печку, она нужна на второй этаж, я забыла. Но магазин разработчики тут добавили столики, всякое такое, чего не было. Вот я раньше играла в это, даже не играла, а смотрела видеоролики, извините, ошибочка. И, в общем-то, разработчики добавили кучу всего новенького. Вот, покупаем эту плиту. Да, покупаем. А этот стоит 80, а гриль 150. Но я думаю, за грилем мы потом еще как-нибудь придем. Когда деньги будут, как говорится. У нас 76 кэша осталось. А что ж мы купили? Мы не то купили, да? Чё ж такое? Ну как это вообще? Ну мы вообще не то купили, по сути дела. Блин! Всё плохо, всё пропало. Чёрнич, финиш. Значит так, мы, значит, берем, значит, билд. Столик мы поставим как-нибудь. Возьмем этот вот столик. Ремов, стор, фернич. Печку нельзя взять. Я знаю, почему нельзя, потому что нужно нажать Workers, уволить нашего шепа. А, нет, стоп-воркинг. Он пока не уволен, просто стоп-воркинг. Затем билд. Ремов, стор-фернич. О, все, наконец-то. Вот так. И затем ремов, стоп-фернич. Берем раз, финиш, билд. И... вот так. Финиш. Берем нашего повара, старт воркинг, выбираем ему печку, все. Ну, работаешь? Работаешь. Ну, вроде как, я не скажу, что лучше стало, но еще деньги зря потратили. Ну, как это вообще? Мы не на то потратили, на что хотели, на эти деньги опять купить ту штуку. Слава богу, уже бы гриль, наверное, купили, ну. Хоть нет, гриль бы мы уже не купили. А, опять на второй этаж, идем. Ладно, второй этаж. Вот мы и на втором этаже, и уже покупаем печку, а не вот эту вот печку. Все? Да, наконец-то мы гриль купили. Так, мы купили то, что надо? Или не то, что надо? Да мы гриль купили, да так! Почему оно так? Игра какая-то баганая. Ну, хоть звездочки увеличились. Уже хорошо. Игра багает, просто багает. Забагалась игра. Ладно, хоть гриль поставим уже, слава богу. Игра какая-то слишком баганая, как по мне. Ай, ну блин, гриль не ставится вообще. А, стоп, ее не той стороной, да? Как ее? Вот так ее надо, да? Да, и получается, теперь нам нужно нанять еще одного, либо же два повара, да? Ладно, воркерс нанимаем. Опять мужика. И какой там у нас? Итальянский, хайр шеф. Старт воркинг. Вот сюда остановились. А он на одной будет готовить или на двух, интересно? А попробуем мы нанять еще одного шефа и на вторую. Он будет на двух работать, старт воркинг. Файл. А заказывают, да, что-то там с грилем, что-то такое заказывают, да? А, он то же самое готовит, только быстрее. А, ну. Мне кажется, хорошо. A table for two. А у нас нет a table for two. Ну, блин, ну, ладно.
Но мне кажется, нужно сюда. Тогда вот этот столик передвинем. Этот пока что я тоже думаю передвинем, да? Нет. Тогда получается, этот нужно будет передвинуть, а сюда купить еще два стула. Ну пойдемте купим. Деньги пока что есть. Давайте на всякий пожарный сохраним игру, вдруг опять что-то случится. Меню, так что там. А ресторан. А где я сохранить? Вот так сохранять. Так, значит, подождите, меню нет, билд нет, ресторан. Cancel. А, вот, save game. Все, идем в Икею. И берем вот эти вот стульчики, нам их нужно два. Нужно хотя бы два повара, уже что-то хорошее. Так, Глосс, Тусон. О-о-о, все, быстро передвигаем, ремов. Значит, билд. Раз. Затем R. Сюда R. И стол. Вот так. Все. Готово. Вот теперь это столик для шестерых. Ура, наконец-то. Все. Вот такой вот у нас столик. Мне кажется, больше шести человек даже и не надо. А он не готовит, он не хочет. По-моему, тут основной только повары готовят. Нам нужно нашего одного из поваров улучшить до второго левела. Давайте вот этого. Опа, вот так. Такого тогда улучшим. А теперь, получается, мы зайдем в меню. И в меню у нас открыты новые блюда. Нам бы нужно других шефов еще, наверное. Знаете что? Наверное, вот этого Штепана мы нажмем Stop Working. Fire. Возьмем нового шефа. Давайте мексиканского. Мексиан шеф. Hire шеф. Start Working. И пойдет сюда работать. Мексиканчик. Все, мексиканский шеф, ну вот, и теперь у нас еще и мексиканские блюда. Мы за них еще будем получать денежки. И нашего шефа вот этого до вот этого левела. Все. У нас пока 3-4 звезды, 3-5, вау. И мало денег. Ну, я думаю, это как всегда. Работаем. А чё ты не работаешь? Вот зачем мы покупали это, чтобы он не работал? А нет, работает вроде как. Что-то делает. И я думаю, ребят, что на этом моменте будем заканчивать. Мы сегодня построили мега-супер того, что у нас не было. У нас поднялся рейтинг по 3,5. У нас меню расширилось. Посмотрите на наше меню. Итальянская еда, вот, да, вот. И еще, нет, не drinks, а мексиканская еда у нас еще тоже появилась. То есть, достаточно хорошо мы тут освоились. Поэтому здесь нужно поставить лайк, подписаться на канал. И всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока, ребят.